Знаете ли вы, как изготавливают бронированную технику? В Семее находится один из крупнейших и единственный в Центральной Азии сборочный завод по производству военного оборудования. Давайте заглянем в цех и разберемся, как же все-таки делают современные танки. Подробнее смотрите прямо сейчас. История единственного в среднеазиатском регионе бронетанкового ремонтного завода начинается с 1976 года. То есть еще 40 лет назад здесь начали делать первые шаги по разработке продукции оборонного и гражданского назначения. Сегодня это один из мощнейших заводов по производству и ремонту бронетанковой техники. А модернизация в 2011 году расширила возможности машино-танкового завода. В основном здесь собирают из старых потрепанных танков новые и усовершенствованные. В этом цехе находятся разного рода корпуса. Они-то и являются основой будущей военной машины. Все важные составляющие завод производит сам. Это более 70% запчастей. Ремонтно-механический участок. На этом этапе специалисты подготавливают детали для будущего танка. Вот здесь доводят до совершенства топливный бак. В завершении работ баки обязательно проходят контрольные измерения. На следующем этапе делают противоаккумулятивные решетки. Это элемент пассивной защиты броневого и танкового вооружения. Он предназначен для предотвращения или уменьшения разрушительного действия кумулятивной струи противотанковых средств. В качестве еще одного элемента защиты используются бортовые экраны. Их заполняют пеной для того, чтобы машина имела хорошую проходимость в воде. Мелкие детали вытачиваются на токарном станке. С помощью фрезерного станка детали настраиваются под определенным углом. Это гидроабразивная резка. С помощью воды и песка специалисты срезают тонкие листы металла для будущих деталей. В этом отсеке специалисты ремонтируют колеса. С помощью гидравлического пресса со старых шин снимается бандаж и подшипники с катков. Цех крупноузловой сборки. Здесь устанавливается ходовая часть и силовой агрегат. Этот процесс может занять до 1 месяца. В следующем цеху специалисты пробуют новые прицелы. Их необходимо подогнать под параметры, одним словом, настроить. Электрическая оснащенность техники, пожалуй, одна из самых сложных. Она собирается вручную на протяжении целого месяца. Важно все электропровода соединить правильно. Терпение и точность в этом процессе важны больше всего. Стенд искусственной откатки пушки, где идет установка деталей для пушечного оборудования. Здесь же проходит испытание оружия. В завершении сборки бронетанковая техника очищается от старой краски путем дробеструйной обработки, грунтовка и покраска. Новая бронированная машина готова! А знаете ли вы, что делать шифер научились больше века назад? Примечательно, со времени своего первого появления на свет состав и технология производства этого стройматериала практически не изменились. Так как же и главное, из чего производят шифер? Об этом смотрите в следующем выпуске программы «Как это сделано в Казахстане».